Добрый день. В своем молодом возрасте Вадим Панфилов уже многого добился в оперном творчестве. Он успел поработать в Свердловском оперном театре, Московском театре «Новая опера». А сейчас артист увлечен другим направлением вокального искусства. Сейчас меня заинтересовала именно классика эстрадной музыки, потому что такие пласты огромные. И это мне, если не гораздо больше интереснее, чем оперное творчество, но примерно так же. И мне этим очень нравится заниматься. Я нахожу какие-то песни, которые действительно, где можно показать голос и где можно людям подарить какое-то тепло. Сегодня тепло своей души Вадим подарил пожилым солнечногорцам. Хотя, по мнению артиста, их лица сияют молодостью. И окружающим не стоит напоминать людям старшего поколения о возрасте. Лучше делать все для того, чтобы они ощущали себя нужными нашему обществу. Столько энергии, столько тепла сегодня было из зала. И все, они все молодые, ну какой день пожилого человека? Я получил сегодня столько, такой заряд энергии и радости, и бодрости, так что... Ну, я просто счастлив. Зрители остались довольны выступлением артиста и надеются еще раз побывать на его концерте. Такого замечательного артиста нам, как говорится, судьба послала, что мы так сидели, просто такие были довольные, мне кажется, все аплодисменты. Ой, вы знаете, я такая счастливая. Я так довольна, что я попала на этот концерт. Впечатление у меня очень большое осталось от этого концерта, от музея, от встреч с публикой, с артистом встреч, да? И встречи с прекрасным. Ну что может быть? Такой голос, такой артист.